В Одесской области выросло число отравившихся до 300 человек. Об этом заявил губернатор региона Михаил Саакашвили. Почти 170 пострадавших – это детки младше 2 лет. Главной причиной массового заражения кишечно-вирусной инфекцией называют ливни в Измаиле. Считается, что это результат дождей и проблемы с частным сектором и с отсутствием канализации у части частного сектора. Еще новые поступают, мы только что видели, что скоро привозят еще каких-то людей, но гораздо меньше, чем раньше. Стихия разыгралась во вторник. За час выпала месячная норма осадков. Спустя 3 дня город охватила инфекция. По словам Саакашвили, первое время не хватало даже мест в больницах. Кровати ставили в спортзалах. Из Одессы в город дополнительно прислали лекарства. Хотя проблема лежит глубже. Под землей надо менять канализацию и водопровод, заметил глава области. Накануне в Измаиле закрыли кафе, рестораны, магазины. Охрану выставили у всех водоемов со стоячей водой, чтобы риск заболевания уменьшить. Но также воду усиленно хлорируют. Ты утонул.